Всем привет! Я Алина Резельман, и вы на моем канале в YouTube Алина Резельман ТВ. Сегодняшний выпуск я посвящаю губной помаде. А давайте посмотрим, что будет модно весной-летом 2016 года. А я даже с собой принесла несколько вариантов. Многие эксперты предвидят, что естественность опять в моде, то есть помада нюд или беж. Я очень люблю вот этот оттенок бежевый, который называется, кстати, Tawny Pink номер 10 от Тома Форда. Это даже не совсем помада, это лип-глосс, который добавляет совсем чуть-чуть блеска. Его очень удобно использовать при деловых встречах. Я очень люблю все помады бежевого оттенка, потому что это дает мне возможность сделать больше акцент на мои глаза. То есть я могу нанести чуть больше макияжа на ресницы и использовать более темные тона теней. Мне очень нравится алая и красная помада от MAC. Называется Lady Danger. Очень классная помада. Супер красный цвет. Ну, я бы, например, не рекомендовала тогда использовать очень много макияжа на ваших глазах. Будет достаточно всего лишь накрасить ресницы. И также помните, если вы будете использовать очень насыщенную яркую помаду, наверное, она будет более уместна на коктейль-приеме или на ужине. Также актуально в этом сезоне все цвета винных оттенков. Также баклажан, каштановый и даже черный. И один из моих любимых – это помада Dior. Называется она Неглиже Pink Dior Addict. В своем блоге «Бизнес-стиль» я часто пишу статьи о трендах макияжа, а также о новинках сезона. Поэтому заглядывайте в мой блог, заходите за вдохновениями и мотивациями. А я всегда рада встрече с вами на своем канале в YouTube. Ставьте лайки и проверяйте новые эпизоды. До новых встреч. Пока-пока.